Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 1992 года. Целью праздника является продвижение прав людей с ограниченными возможностями здоровья во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам данных сограждан. В театрально-концертном центре «Щелковский театр» прошел торжественный вечер, где участники первичных организаций «Общество инвалидов» смогли собраться за одним столом, пообщаться и просто приятно провести время. Также на мероприятии были вручены почетные грамоты за активное участие в жизнедеятельности организации. Болезнь это является большим кризисом для человека, но этот кризис может не только его погубить, но и преобразить его. Он дает неисчислимое количество моментов для преодоления себя, для изменения отношений к своему недугу. Для всех гостей вечера подарком стало выступление местных творческих коллективов. Международный день инвалидов отметили и во Дворце культуры имени Валерия Чкалова. Здесь также собрались люди, которые, несмотря на солидный возраст, занимают активную жизненную позицию и стараются оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. Сейчас в обществе инвалидов микрорайона состоят более 150 человек. В этот день у них двойной праздник, ведь организация исполнилась 20 лет. Это было в 99-м году. Вот с 99-го в этом году у нас 20-летие. Ходят наши такие же инвалиды, все мы инвалиды. Просто такие есть активные люди, которые желают помогать другим, таким как я. Работаем, как говорится, мы бесплатно, без всяких поощрений. Иногда вот поощрение наше только благодарность и грамоты. На праздничном концерте выступили исполнители творческих коллективов Дворца культуры из клуба исторического танца «Ретро», а также из хора «Вдохновение». Мария Буржинская, Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.